Сегодня первый день весны. Вот. Можно подвести итоги по зиме, как прошла зима. Вот, Cherry Tiggo 2. Никаких у нас коррозий нету. Ну, не видно, не вижу я нигде никаких коррозий. Сколов тоже мы не получили. То есть ни одного скола на машине. Но это даже можно сказать, с момента покупки ни одного скола не замечено. Все лакокрасочное покрытие, как было заводское, так и есть. В полном порядке. Коррозии тоже нету. Ну, снизу поднять, конечно, посмотреть бы. Но я думаю, что там тоже искать нечего. Сейчас посмотрим уровень масла. Вот, ну, машина ездила, недавно приехала, поэтому масло, может быть, еще не отстоялось. Щуп тоже спрашивали зимой, вот эта трубка не полопается в морозы. Ну, у нас ничего не полопалось. Так, что тут? Ну, на максимуме. Вот, то есть даже с разогретым двигателем, вот видно, здесь заканчивается на максимальном значении. В общем, с маслом все хорошо, и масло такое светленькое на щупе, не грязное, тоже хорошо. Испачкалось. Так что еще по машине у нас пробег 5809 километров, расход 11.2 за поездку. Вот в прошлый раз было 10 с чем-то. Вот какие-то есть что сказать, жалобы там что-то? Никаких жалоб нет. Сказать нечего. О, пробка какая-то образовалась. Да, мы туда ехали, тоже в общем, полгода, даже больше эксплуатация с августа. Вот. Никаких изменений. Масло, я даже удивился, что оно светлое такое, потому что на Сонате, ну там, тут когда масло заливали? На 2000, сейчас уже почти... Почти 6, это значит 4000 километров, и масло светленькое такое, красивое. Это означает, что износ небольшой, то есть туда ничего не попадает, и масло остается светлым. Это очень хорошо, удивительно, потому что на Сонате, вот я смотрю, там, ну, где-то уже через 2000, оно уже, ну, не светлое, то есть не такое, как заливали. А здесь еще прям светленькое, на удивление. Вот, и так все, и краска вся в родне, то есть за зиму ничего не произошло, никаких следов коррозии не видно. Вот тут даже вот пакет еще сохранился. Я же как, хочу продать подороже, но пакет еще висит, как бы. Будет выглядеть, как будто почти новый там автомобиль, вот куплен в автосалоне. Ну, практически а так и есть. Где-то запачкали, почти да, вот где-то запачкали. И вот тут запачкали.